Есть у нас студент, грузин по фамилии Горидзе, а зовут его Авас. И очень тупой доцент Николай Степанович Петяев, страшно тупой человек, вызывает он этого грузина к доске, спрашивает, фамилия ваша Горидзе, а зовут вас как? Тот говорит, Авас. Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Тот говорит, Авас. Меня зовут Николай Степанович. По-моему, пора бы вам уже знать, молодой человек. А вас как зовут? Тот говорит, а вас? 2 часа идет разговор, этот смотрит на него, тот на этого. Этот без чувства юмора абсолютно... Чего смеетесь? Я тоже хочу. Рассказываю случай у нашего института. Произошел. Есть у нас грузин, студент грузин по фамилии Горидзе, зовут его Авас. Его зовут так, Авас. И очень тупой доцент Фетяев Николай Степанович, вызывает он его к доске, спрашивает, фамилия ваша Горидзе, а зовут вас как? Тот говорит, Авас. Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Тот говорит, Авас. Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Тот говорит, Авас. А тот говорит, а вас как зовут? Есть у нас грузин. По фамилии Горидзе, а зовут его Авас. Его зовут так, Авас. И тупой доцент, тупой очень человек, понимаешь? Вызывает он, я скажу, фамилия Горидзе, зовут вас как-то, да, вас. Меня Николай Степанович. Есть у нас грузин. По фамилии Горидзе, зовут его Авас. Его зовут так, Авас. Назвали, понимаешь, он грузин, он не виноват, понимаешь ты? Мама с папой назвали, когда маленький был, понимаешь ты? Его назвали, тебя как зовут? Степа. Ну, ты Степа, он Авас. Он Авас, а ты Степа. Грузин Авас. А Степа кто? Ты Степа. А он Авас. А доцент тупой. А ты Степа. А тупой доцент вызывает к доске, спрашивает, фамилия, Горидзе, зовут вас, а вас? Кого? Что кого? Что? Ну кого он спрашивает все время? Кто спрашивает все время? Кто? Что? Кто тебя интересует? Кто? Ну, он его, тот его, тот он. Его. Кто что его? А кого? Тот никак. Что никак? Кого никак? Что, грузин, что ли, да? Какой грузин? Есть у нас грузин. И доцент тупой вызывает к доске, спрашивает, фамилия ваша, он говорит, грузин. Ой, не, доцент. И он говорит, доцент. Не, он говорит, доцент, говорит, грузин. Не, грузин, говорит, грузин думал, что он его спрашивает, грузина. А тот думал, что она отвечает ему, доценту. Об чем? Об чем? Об доценте. Он говорит, фамилия ваша Горидзе, зовут вас как? Говорит, а тот говорит, а вы? А я, говорит, доцент. А тот говорит, а я, говорит, грузин. А доцент говорит, а я кто? А тот говорит, вы тоже грузин. Ну, конечно, оба грузины. Вот это я не помню. Помню, что доцент грузин. А тот Степа. Это я Степа. А ты Степа, да. А кто же грузин? Грузин не знал, что он грузин.
Нет, он знал, но не точно. А тот не знал, но сомневался. Что на вас, вот. Давай еще раз. Есть у нас грузин, доцент тупой. Очень тупой доцент, понимаешь ты? А грузин? А грузин нет. И ты тоже. Вместе с доцентом. Ну? Ну, вызывай доски. А вас. Ну и что? Ничего. А чего вы смеялись? Отойдем в сторону. Куда пойти?